Новое сердце. Бог в Священном Писании дает понимание, что наша вера рождается как результат покаяния. Покаяние наступает в результате того, когда человек смиряется в своем сердце. И очень важно понимать это, если вы хотите, чтобы Бог открыл вам свое видение и мечту. Мечта не рождается в окаменелом сердце. И человек может быть добрым, помогать другим, но его сердце будет оставаться неспособным принимать Бога и его любовь, потому что в его жизни есть грех. Важно помнить, что сердце – это не просто насос, качающий кровь через сосуды, но Библия называет его источником мыслей. Из нашего сердца выходит все, как хорошее, так и плохое. Поэтому Бог обещает нам дать новое сердце. И в момент нового рождения мы получаем благословение иметь совсем другое сердце, наполненное любовью и состраданием. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти сердце ваше каменное, и дам вам сердце плотяное». Книга пророка Иезекии, 36 глава, 26 стих. Будьте благословенны и всегда имейте близкие отношения с Богом, чтобы покаяние было образом вашей жизни, и процесс обновления сердца никогда не останавливался. Доброго тебе утра, мой драгоценный друг!